Привет всем любителям экзотики. Еще одно растение для вашего экзотического сада я хочу вам показать. Растение называется Тамарикс или Тамарикс. Не знаю, как правильно ударение ставить. Еще я слышу то, что его называют божьим деревом. Не знаю почему. Может быть, и не про это растение. Неприхотливый кустарник. Не вымерзает. Не требует практически полива. Вот такие у него соцветия. Большие созревают. Никаких семян он не завязывает, пахнет очень специфически, каким-то пищевым продуктом. Мне напомнил, наверное, возможно, попкорн сливочный, а может быть, это постковидный синдром. В общем, такое замечательное растение украсит ваш сад. Красив он и в одиночных посадках, это будет большое до 2,5 метра дерево. И как у нас вот небольшая группа здесь, маточники посажены. Кого растение заинтересовало, и в том числе другие наши растения, переходите на наш сайт школьныйсад.рф. Там вас ждет много интересного.